Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Андрей или же иной, и мы продолжаем проходить принцессу Вулкана. Ну, конечно, наша дочечка нисколько не принцесса, но для любого отца любимая дочка — это всегда принцесса. Итак, что у нас? Ее что-то беспокоит, так что давайте-ка поспрашиваем, что ее беспокоит. С нагрузкой на рост... Акшн 10. Игнорировать. Надо что-то поделать. Игнорировать нельзя, а то она будет печалиться. Что с тобой? Что тебя печалит? Папа, ты понимаешь взаимоотношения между лордами? Я слышал, что принцесса Гвинет и Ребекка однажды сражались в лесу, и директор был судья. Я также слышал об этом. Дерево, мой отец, пень. Так, принцесса Гвинет участвовала в дуэли, потому что она была недовольна статусом Ребекки как специальный лорд семьи Хэндл и хотела проверить ее способность, чтобы стать лордом. И кто же выиграл? Они не решили, кто победил или проиграл. В финальный момент директор остановил их. Так, если они продолжат сражаться... Это будет непонятка между королевской семьей и двумя главными семьями. Например, если три лорда вступят в сражение не на жизнь, а на смерть перед воротами города, и все их рыцари выйдут, чтобы защищать их лордов, получается, что все три будут побеждены и поранены. Таким образом, наша сила страны будет сильно уменьшена. После того, как она стала рыцарем-новичком, у тебя очень ответственность на тебя легла. Теперь ты беспокоишься о стране и людях. Описать баланс между тремя лордами. Научить людей всегда стоять на стороне справедливости. Похвалить дочку за ее видение. Я всегда защищу тебя. Судьи. За правосудие. Рейтинг повысился. Именно, папа. Это то, что я думала. Хотя все лорды такие очаровательные, я не буду обманута их внешностью. Если наступит такой день, я использую свой меч, чтобы защитить настоящее правосудие. Да, вот так вот. После такой разговором с папой сила увеличилась на 50. Отлично, мне нужна сила прям гигантски. Роза чувствует, как будто она полна силы. Ее стамина увеличилась на 1 очко. Комментарий на папу становится лучше. Замечательно. Кстати, вот надо зайти сюда. Потом после загрузки у меня сбросились эти все навыки, которые задания были. Но вот пройти урок меча я пройден. Так, пройти урок лучника тоже пройден. Так, приключаться партнера пригласить, купить железный щит, физику раскачать до 500. Вот это, конечно, будет сложно, да? А вот 800, стрендж, тренировка силы. На самом деле это не тренировка силы, это тренировка стамины, так что тут... В спокойном состоянии, письма... С любовью, Циртус. Я всегда смотрю в твоем направлении, несмотря на то, что ты никогда не отвечаешь. Ну, ответим ему, чё. Настроение плюс 5. Ну, блин, можно было настроение, наверное, попозже ответить. Дождик будет во время этого времени года. Что ты еще мне расскажешь? Ничего не расскажешь. План. Базовая лучница. 22% за урок. Так. За 5 дней, конечно, я прокачаюсь. Но хотелось бы 25% максимум силы. Но это нужно силы 300. Где я еще силы 300 наберу? Пойдем походим. Настроение, действие очков... Так, ты хотела, чтобы я купил железный клинок и шарф у ворота. Тут
30-100 опыта, вот этого как раз 30-100, и мне будет 190 из 200, я буду просто грустить из-за того, что не докачал. Хм. Ну ладно. Железный меч. Шарф у ворота. Где там наша карта? Центральная. Костюмированное. Так, оружие. Ну да, железный, серебряный, конечно, стоит дофига, а вот железный-то можно прикупить. Сразу переодел. И шарф у ворота на 1000 монет. Блин. А чё так дорого-то? Чё так дорого-то, мужик? Узи. Ха-ха-ха-ха-ха. Я никогда не думал, что я встречу тебя в этом мире. Кто ты такая вообще? Поговорить. Хм. Некоторые люди очень жадны для хорошего оружия с самого начала. Настоящий мастер может показать свою мощь даже самым дешевым мечом. Вот у меня пока самый дешевый меч. Читать кубики эти. Угу. Что-то хорошее можно делать в разных вещах. Но мне нужно силу качать. Ну-ка, что тут за заброшенная? О, тут какая интересная. Незаконные гонки на лошадях. Так, деньги. 30 монет. Мне нужны все деньги мира. Особенно если там по 1000 отдавать. Охранник. Здравствуй, мэм. Я Марк. Приятно познакомиться. Ну, давай познакомимся, Марк. Моя мечта стать настоящим рыцарем, мэм. Ну, плюс 2. Новелист. Здравствуй, маленькая девочка. Читала ли ты книжечку «Путешествие в золотую страну»? Это говорят, что на юге от Дамана есть мистическая зона, которая ведет на Золотой берег, где кругом золото лежит. Ух, интересно. А. С тех пор, как монстры атакуют, количество торговцев, которые приходят торговать, резко снизилось. И тут уже стало мало народу. Хм. Значит, что тут за гоночки такие? Мне вот эти 500 цифры не нравятся, хотя 100 это уже получше. После того, как я приручу лошадь, Роза может участвовать в гонках на лошадях в порту. Гонки проходят на Odd Numbered, на четных, наверное, месяцах. Да, февраль на четных месяцах. А, то есть гонки на лошадях по отчетным, а красота там на лошадях, галопирование на нечетных месяцах. После победы в классе или контесте, соревнованиям, ты получаешь престиж и награды. Хм. После приручения лошади, да-да-да, вот такая прям на лошадях. У каждой лошади есть 4 атрибута. Базовая скорость, ускорение, время ускорения и внешность. Рандомный атрибут может быть увеличен, если бы они позаботятся в магазине оружия. То есть, наверное, это базовая скорость. В общем, понятно. У меня лошадей, видимо, нету. Скорость увеличенная на 10 км в час. Месячные награды 50 славы. Чемпион Дерек. Ух ты какой. Бонус за чемпионство 50 монет. Темная лошадка Диора. Хм. Но лошади у меня пока нету. Это печалит. Печалит меня. Ну что тут? Летом поля там выглядят зелеными и пахнет свежестью. Мирная атмосфера возле озера. Позволяйте себе, так сказать, насладиться, успокоиться. Так, хакет.
Вместо того, чтобы махать мечом, я бы лучше половил насекомых. Тут шмели засели. Так что хорошо. Почему у тебя так вот... Странник. Челлендж. Подарочек тебе дать какой-нибудь. Может быть использован как подарок. Так зачем тебе подарок? Поглотить две? Не, она, ты и так вылезешь на следующий ход, так что не вижу смысла. Ингредиентов у меня никаких нет. Можно поплавать на озере. Наверное, только это и остается. Поплыли. Кельп поймал. Хм, водорослей. Красивый день. Я чувствую себя вдохновленный после, так сказать. О, давай до 300-очки доведем. Замечательно, как 3-3. А почему так быстро меняется это все? Так, быстренько отдохнем. Давай до 300-ки. Тут скетчи, тренировочки, вот все вот эти. Семейный ресторан. Так, настроение-то у меня и так максимально, поэтому... Хотя вот лошадиное молоко там можно купить. Так, action point плюс 5. Мне нужны все action point мира, так что семейную закуску, пожалуйста. Так, маленький парень. Я сижу здесь каждый день, слушаю бесплатные истории. Так скучно дома, и взрослые всегда просят меня делать домашнюю работу, которая так раздражает. Лентяй. Часы в виде совы. На них смотрят, люди смотрят на нее и хотят после этого есть яблочки. Ну да, на яблочко ты напоминаешь, прям серьезно. Дерек, хочешь услышать крутую историю? Поговорим. В любом случае, никто не должен отказываться от своей собственной истории. Так. Мона. Очень жарко. Даже с моим таким свободным нарядом не могу прекратить потеть. Инвайт. Нужно стать другом. Общаемся. Ах, жарко работать перед пельтой по летам. Ты должна отдохнуть. В ресторане так занято. Я на своих ногах с тех пор, как он открылся. Так, Мона, ты тут сам у меня... Держи цветочек. Вау, я так рада, что ты дал мне цветочек. Спасибо. Видимо, она не впечатлилась. Так. Семерочка уже, да? О, наконец-таки... Подсказка не за экраном изображения лица, а перед ним. Показывает уровень дружбы с Розой. Все это показывает значение. Синенькая. Давай-ка проконсультируемся. Подарочек. Хангаунт. Мне нужно другом сдать, чтобы она стала другом, и мы пошли вместе бить лица. Вот это было бы круто. Как босс, я частенько слушаю мысли гостей, и очень важно, чтобы они были счастливы во время еды. Эмоции плюс... А, это консультироваться. Типа такой совет. Один из два. Челлендж. Ну, хотя вот мне все-таки 9-ка, мне повысили за то, что я проконсультировался. Так, испытаем челлендж. А, не, я помню, это дебаты там за бешеные Нина. Это впервые, когда мы говорим не в школе, правильно? Так, просто говорим.
Серьезно? Ты приходишь в этот ресторан с тех пор, как ты была маленькой девочкой? Мона стала владелицей ресторана с прошлого месяца, так что я тоже здесь помогаю. Неудивительно, что еда стала лучше в последнее время. Да, Мона всегда готовила хорошо. Нина. Странник. Хочешь цветочек? Может быть использован для готовки и как подарок. Блин, для готовки. Так, гражданка. Мой муж ученый. Он может читать и писать. Я им так горжусь. Он был занят последние 2 года, изучая дегенерацию или что-то такое. Я не очень это понимаю. Ну, зато Perception +1 качаю. Мне нужно все прокачать. Так. Бенсон. Бенсон, давай поговорим. Хочешь погулять? Угу. Картина, которую я рисую, я уже видел, что ее поставили в рамочку в Королевской галерее. Ты можешь ее всегда увидеть, когда захочешь. Но лес не всегда такой мирный. Если ты пришла сюда одна, тебе нужно быть осторожным. Там очень опасное место, в конце концов. Все в порядке, я рыцарь. Я уже была в лесу. Ну блин, чтобы исследовать, там нужно 8, как я понимаю, акшн-поинтов поглотить. Ну что, если ты увидишь приятную зону, которую можно зарисовать, скажи мне об этом. Хорошо. Что ты за ученый такой? Заняло много сил притащить эти древние книги со стороны Хэдкота. Хотя он, конечно, выглядит как будто исследовать книги, на самом деле это просто принеси-подай. Червячков одна удача, камушек одна удача обменять. Как ты там? Привет, Роза. Можешь звать меня как хочешь, или просто называй меня Лепса. Поговорим, Лепса. Это нормально, что можешь сегодня отдохнуть. Это мне решать. Так что давай, пошли все домой, ляжем отдыхать. Ах, ну хорошо. Лентяйка. Между прочим, я купил железный меч. 50 денег, скидку давай. Отлично. Галочка стоит. Сила тренировки. Физику до 500 прокачать. Шарф 1000 стоит. Тут, конечно, 150 мне вернут, но... У меня нету, наверное, сейчас денег-то таких гигантских. Приключенцы... Выйдем. Повысите уровень персонажа. Остается один. Нина. Мне как бы намекает, что мне надо Нину обрабатывать, а не кого-то там. Кстати, тут тоже можно поспать. +3 очка. Ах, какой долгий сон. Хорошо. Долгий сон. А, вот оценки моего отца. Отец меня любит сильно, +3. Отец храбрый. Ну, это хорошо. 9 из 100. Но как-то маловато. Как-то я думал, что пообщаюсь с народом и получится. Фермерство, готовка, кубики, магазин, театр. Это все. Сила 313. Блин, почему я сюда пришел? Потому что надеялся на что-то. Так что плывем. Рыба. Отлично. Пока плаваем на веслах, тренируем силу. Там как раз может до 350. Отлично. 358 С стало. Вот это уже хорошо. Вот это уже 0 из 11.
Приготовить что-то могу? После съедания 2 очка действия. И в принципе, ни на что больше вот это мясо рыбы ни на что не идет, поэтому готовим. Готов, девочка. Съесть. Сейчас просто принять. Что это за кельп? Настроение плюс 10. Готовим. Отлично. Качаем, чтобы потом третий уровень получить. О, новая очечка. Здоровье увеличивается на 16, а атака увеличивается на 5. Количество акшн-поинтов увеличивается на 2. Энергетически. Лишних 20 золотых после победы в кубике. Победа в кубике, конечно, хороша. Но мне нужно энергетическим быть. Поэтому давай-ка я... Чем раньше я это прокачаю. Плюс 1 даже сразу мне дали. Следующий уровень. Базовая скорость пойманных лошадей плюс 10. А где лошадей-то ловить? Ну, пока, видимо, нигде. Пока, видимо, нигде. Так, где там семейный ресторан? Нина. Нина, что ты мне... Давай-ка челлендж. Может, ты... предложить дебаты? Судя по моим предсказаниям, сегодня хороший день для дебат. Так что давай начнем. Шанс победы 5%. А чё так плохо-то? Давай попробуем просто. Вот алхимия там вот. А, потому что не 34-10, а у меня 6 там. Какую стратегию ты выберешь? Добавить временные разума. Добавить временное знание. Добавить временный диалектик. Ну, давай знания, потому что знание у меня 5, у меня знание 0. Хотя бы, может быть, со временем знанием я, может, чуть-чуть выправлюсь. Давай, 10. Маленький успех. Маленький успех Dissimensional Days. Маленький успех. Маленькое увеличение. Что? Что происходит? Аргументы. Тут какие-то прям истории происходят. Я где-то проиграл, победил, выиграл. А, вот раз, наверное, выиграл, потом знание, потом диалетик. И она выиграла вторую. Похоже, я победила, в конце концов. Сегодня мой счастливый день. Так, дай-ка почитаю вот это. Ну, не почитаю, может быть. После подсчета птичек на дереве, они решили, что Роза начнет дебаты, как предложено. Дебаты начались. Часть 1. Точка зрения. Роза. От предложения она начала свою точку зрения рассказать. Роза рассказала, что... Две точки таких. Довольно клишированно, но довольно логично. Затем Нина стала отвечать с оппозиции. После того, как она послушала аргументы Розы, Нина вдохновилась. Ну, конечно, у нее 34 там разума. Нина воспользовалась своим временем, чтобы описать свои точки с точной и ясной логикой. И заставила людей слушать больше того, что она хотела сказать. Оба аргумента были интересные, но точка зрения выделялась больше. Сравнение с Ниной, глубина точки Нины была не такой себе. Она проиграла Нине. Раунд, ну и вот таким вот знанием, да. Победила Роза, потому что у меня было 10 больше. Но ясно, разум, знание, диалектик. Потому что поражение Розы миленькое.
Роза увеличила 2 наблюдения, увеличила 1 элоквенс. Хм. Но в итоге я что-то... Все-таки что-то прокачал. Пойдем-ка мы в центральную кузницу какому-нибудь. Проконсультируй меня, кузнец. Хм. Я, конечно, книжек не читаю, но частенько слышу истории от людей, которые приходят покупать оружие. С учетом много знакомых известных воинов. Так, эмоции. Персепшн. Поговорим. Когда мужчина с длинными волосами заходит в мужскую баню, это прям сенсацию вызывает. Что? Мари, ты прям, не знаю, поработать 7 акшн-поинтов. С 85, конечно. Открыть. Ну, в кубики не поиграть. Хотя, конечно, я могу... скушать. У меня же есть печеньки. Скушать печеньку. Давай-ка в кубики сыграем. Какие правила, во-первых? А, кидаем кубики и что-то на что-то надеемся, да? Все 6 сторон числовые. Персонажи. Есть персонажи, есть... Использовали кубики. Только определенные комбинации можно сыграть. Кубики и цифровые кубики. То есть персонаж 1 на 6. Боевые кубики можно использовать сами по себе. Там шестерка выпала, все еще шестерка. Комбинационный скилл и будет число. Пытаясь собрать редкие кубики. Ну ладно, буду пытаться собрать редкие кубики. Поиграем хотя бы. Ха, новое лицо. Первый раз здесь. У тебя есть 3 кубика персонажа с тобой? Садись. Ты в порядке будешь. Первая вещь, которая тебе нужна, это поставить ставку. Проигрыш платит. Ну ладно, 60 так 60, чё? Выбранные кубики. Защитный кубик. Да, атакующий кубик. Ну, у меня только 3 кубика таких, поэтому да. Хотя отменить нельзя. Цифровые кубики. Принять. Первая вещь, которая тебе нужна, это решить размер кубика. Количество кубиков 1. Что-то я не хочу 1-то кубик. Что он 1-то выкинулся? Что-то происходит. Просто мне 3 урона нанес. 1-1-1-1. Так, кинуть кубики. Маленькая леди. Little Lady, атака 5. А если вот так вот, атака 8. А вот это ничего не атака. Давай 8, выстрел на 8, на. Хотя на пятерку, видимо, защита, потому что он там умоляет. А, ну ладно, закончить раунд. Ух, что-то мне прям прилетело. Так, так, кидаем кубики. О, там я вижу... Что-то жесткое. Шестерка, пятерка, единичка.
А так, 11, давай, на тебе по лицу. Кидаем кубики. 3. Хаотический посох, потому что боевой кубик, он сам по себе может быть кинут. Отлично. На тебе еще. Ну все, это закончилось. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. А, ну хотя вроде не так плохо. Кидаем кубики. Что тут у нас выпало? Цифровые. Цифровые. Видимо, ничего. Метеор на 6 урона. Вандерер Метеор. На! Эх. Ну ладно, тогда заканчиваем раунд. Надеюсь, он меня не... Ух, 6-6. Ты чё там, псих что ли? Ну все, сейчас мы тебя будем хоронить. Или не будем? Так, бьем на трешечку. Да, хаотический посох, на. Кидаем еще, блин, ну, вагабонд. Он же меня сейчас грохнет. Атака 1, атака 6. А. И он выиграл в игре. Ну, блин, я почти получился. Ребенок это ребенок. Проигрыш не должен быть так легко. Роза потеряла 60 золотых. Отлично зашел. Просто 60 золотых и 2 очка энергии. Поговорим с тобой. Ну все, теперь надо возвращаться домой. И наконец-таки делать дела. У нас же десерт. Десерт мне не нужен. Лошади нет. Исследовать, скорее всего, я не могу. Давайте сходим, проверим. Да, не хватает очков в действии. Но я пока не силен, поэтому неважно. Роза. Держи карманных денежек. Вот 20 монеток. На стороне плюс 5. Папа такой щедрый. Так, пообщаемся. Любимый учитель. Лучше тебе за парнями не бегать. Будь честный и скромный. Честность и скромность. Давай. Понятно. Это мы все сделали, чтобы... За трешечку тут настроение, поиграть. Хорошо, план. У меня тут куча уроков разных. Лучница, верования всяких разных там. Литературные уроки. О, базовые языки 25. 4 урока и все. Но зато вот базовое лучничество. Раз, два, три, четыре. Все, 100%. И теперь я хочу что-то еще на 25%. Например, вот это. Базовые языки надо знать. Да, принято. Сел плюс 7. Хм, похоже, нашла идеальный ритм для стрельбы. Она пытается запомнить это... Чувство. Так, тух-тух. Великолепно. Плюс 7 сил. Отлично. Хорошо. Стабильная. Это, кстати, хорошо. Стабильная история. В конце концов, неделя закончена. Базовый курс завершен. Базовое лучничество. Плюс 1. Я не могу позволить вещам, которым я выучил, чтобы они пошли зря. Отлично. Отлично, еще новый идеальный режим нашла. Ну, у каждого свои предпочтения. Пообщалась с народом. Эмоции плюс 5. Ну, хорошо. Хм.
Так, Королевская академия Святого Эльма проводит физический тест для своих студентов. Ах, интересно, как я справлюсь? Все здесь? Студент, которого имя назову, выходит, чтобы получить результаты. Выйти нервно, выйти спокойно. Я гордо выхожу. Роза, высота 147 сантиметров. Хватка силы 53. Отличный результат. Ожидаю твоего идеального, так сказать, выполнения. Типа измерения, так сказать. Разум 39 очков. Это все в порядке. Хорошее здоровье – самая важная вещь. Не беспокойся об этом. Но это лучше, чем я думала. Меня оценили. Я потратила весь день в классе. Я немножко устала. Не переживай, все будет в порядке. Лучничество плюс 48. Литература плюс 12. Сила 24, стамина. Почти десяточку, и будет все хорошо. Минус деньги, минус настроение 50. Сохраняемся. Следующий месяц. Что ты делаешь? Дерево, я думаю о том, чтобы найти новую работу. Да, мне нужны деньги. Ты что, не продолжишь работать как офицер логистики для рыцарей? Это довольно хорошая работа. Я хочу зарабатывать больше денег. Тогда я могу дать Розе больше условия для жизни. Дай-ка мне посмотреть. Вот эти работы довольно хороши. И там высокие цены. Они все были предложены моими друзьями в рыцарстве. Неплохо. Тогда, пожалуйста, работай усердно для Розы. Так, о, выбери работу. 300 монет, 300 монет, 300 монет. С марта до июня, с марта до июня, с марта... Все до июня, хорошо. Молочко. Настроение плюс 10. Вот на самом деле... Кубик. О, кубик богатого человека... Между прочим, тут раз, 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 и какая-то капелька. Что такое капелька вот это дает? Может быть, это такая... Хотя кубик вроде на трешечку. Кубик персонажа. Купить за 16 золотых, а это купить за 6 золотых. Ну, вот мне нравится барбер. Буду резать волосы флористом. На крыше там гвозди вбивать. Я буду стричь людей. И кого-нибудь подстригу. Да, буду подстригать. Я также хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы научиться, как прически новые, модные в последнее время. Я не уверен, что тут подходящая прическа у моей Розы. Так, Дуб будет работать в ателье как... парикмахер. Так, письмецо. После достижения высокого уровня дружбы с жителями, ты будешь получать письма от них. И каждое письмо будет придет со специальной книжкой. Выбранные ответы будут выбирать их ее любимого персонажа. Особенные книги можно прочитать только в месячном расписании. Эффект похож на классы с максимум 100% успеха. То есть прочитаешь книжечку и что-то получишь. Интересно. О, это вот с Моной, который... Я хочу увидеть, как ты ешь снова, Мона. Я внезапно подумал о тебе, когда жареный сырок на стол подавала сегодня. Еда получилась гораздо более вкусной, когда я начала... Когда я смотрел на тебя, ты ешь. Как будто бы я старшая сестра. Мне было приятно на это смотреть. Мне жаль, что я так не так много написала. Но я хотел поприветствовать тебя этим письмецом. Семь шагов, чтобы оставить хорошее впечатление. Получено и добавлено в расписание. Хотела бы я поговорить больше с Моной тоже.
Я очень скучаю по еде Моны. Я скучаю по твоей еде. Давай ответим так. Так. Мона. Дерево. Доброе утро. Доброе утро, Мона. Извини меня. А Роза дома? Она не дома. Роза, выходи. Мона, что я могу для тебя сделать? Вишенки там созрели уже. Я вернулась от того, чтобы собирала их. Я хотела бы сделать новый вкус для пирожка в ресторане. Я всегда прохожу мимо твоего дома. Так что я хотела пригласить тебя, чтобы ты его попробовала. Вау! Вишневый пирожок. Давненько уже прошло, как мы что-то ели вместе. Да, пойдем. А не рано ли пошли-то? Сейчас мне скажут, там плюс там акшн-поинты, которые я еще не успел потратить, и они просто потратили зря. Ребенок, а ты слышал? Лорд Лепса победил ужасную девушку-монстра в каньоне. Когда это случилось? Вчера. Я слышал от моего отца, что рыцари праздновали прошлой ночью. А Лепса тоже пила? Она пила много. Она не опьянела даже после того, как выпила 5 бутылок. Ха, Лепса действительно лучше во всем, что она делает. Ох уж эти дети. Лепсе еще даже нет 20 лет, и она уже вынуждена играть героя. Я думаю, что Лепса крутая. Я большой фанат лорда Лепса. Я думаю, Лепса такая крутая. Ха, тебе она тоже нравится? Прости, я немножко завидую, потому что Нина тоже очарована Лепсой. Я знаю, что Лепса была выращена мужчинами семьи Хэндл. Теперь она управляет там всем, как лорд. Она не всегда была из семьи Хэндлов, то есть ее приняли в семью. Она изначально была учеником Асбела. Разве ты не думаешь, что они очень похожи? Они используют одно и то же оружие, они оба любят выпить. Ох, действительно. Конечно же, она потрясающая, она сильная и хороша в драке. И очень красивая, все любят ее. Эх, я думал, что я только единственная сестричка, которая важна для тебя и для Нины. Мона! Но я не грущу. Это просто вы все время говорите о Лепсе каждый день. И я немножко завидую. Неважно, как крута Лепса, она никогда не сможет приготовить такую вкусную еду, как ты. Ты уже неприкосновенна, когда это доходит до готовки. Тебе не нужно завидовать никому. И как эта готовка может быть считаться преимуществом? А как это нет-то? Это великое преимущество. Даже могущий Асбел должен есть, чтобы выжить. Сила, которую вкусная еда приносит людям, очень мощная. Ты можешь управлять гигантским рестораном сама, что непростая задача. И ты очень хороша в том, чтобы работать с людьми. Ты заботишься о каждом госте, когда к тебе приходят покупатели, и ты можешь научить им, преподать им урок. Может быть, я действительно хороша. Что-нибудь еще? Ох, ты такая красавица. У тебя прекрасная фигура. Ох, Роза, Роза. Позволь мне тебя погладить немножечко. Хорошо, что Мона себя стала чувствовать лучше. Спасибо, Роза. Я теперь снова уверена в себе. Ты и Нина мои самые любимые сестрички. Ну все. Я вернулась. Папа, ты как? Зоянг-Гуанчан-Хуанхун-Ча-Ри-Ю-Чан-Гиу-Фа-Ла-Гун-Со-Чан-Му-Дан. Папа, смотри. Сегодня там праздники в банях. Они послали мне листовку.
Ты хочешь поработать? Ты хочешь работать? Конечно, я хочу зарабатывать деньги для моей семьи. Тут куча детей моего возраста, которые работают. Я бы хотел делиться своими добычей денег с моей семьей также. Я горжусь, что ты так думаешь. Но ты должна быть осторожна, потому что некоторые работы могут увеличить твою тьму. И если твоя тьма слишком высока, тебе не получится общаться с некоторыми людьми. Я поняла, я подумаю об этом. Я хочу написать новеллу, прежде чем отправиться спать сегодня. Так, Роза. Поглотить три. Поговорить просто. Не приближайся к парням. Вещи, которых ты боишься. Не надо ругаться. Девочка ругаться не должна. Ну, конечно, может быть, не должна, но не должна. Ну, я редко говорю грубые вещи. Возможно, это ее не впечатлило. Ну и... Как там, 3-6, пока все еще плохо. Карманных денег. 12 очков. А что вот там, до 350 докачать, получить еще одно очко и там энергетическим стать еще более. Так, письмо любимое. Сколько у меня? Perception 47. Приходит с деньгами. Я ужасно извиняюсь, если я немножко перехожу границы с этим письмом. Я частенько вижу тебя возле озера. Что-то насчет тебя очень меня вдохновляет. Может быть, ты дашь мне шанс? Мое сердце чистое и мои намерения чисты. Молодой мастер семьи Форбсов. Обещать. Ага, нежно отклонить. Давай нежно отклоним. Игнорировать. Нежно отклонить. Хотя... Молодой мастер семьи Форбсов. Он, его же сердце доброе, и его за денег прислал. Ладно. Пусть будет так. Посмотрим, какие у нас уроки остались. Так. Так, это эмоции. А, это просто прочитать книжечку. Каждый раз, когда я учу, плюс 100%. То есть за один урок я это все прокачаю, потому что у меня 300 эмоций уже есть. Так, что у нас? 400. Силы не хватает. Но это я пару раз на лодке поплаваю и наберу. Это хорошо. Тогда я за 4 урока сделаю, а потом литературную прочитаю. Эмоции плюс 12. Между прочим, за один урок плюс 12 эмоций. Неплохая книжечка. Я бы даже сказал, очень-очень мощная. Но потом добраться было до вот этих крутых уроков. Но пока вот эти качаю. 400-600. 400, да, вот 600 урок. О, можно тут... Ой-ой-ой. Можно с Моной остаться, и там настроение у нее будет, сердечки расти. Неплохо. Это, конечно, выглядит очень неплохо. Настроение 51. Мне вот это печалит. Так, идем сперва есть. Есть плюс десяточку давай. Семечки. Обновить. Семечки. Обновить. Молоко лошади, ладно, купить. Пускай будет. Так, актриса. Я хотел бы поесть десерты все время, чтобы у меня оставалась моя фигура. Эх, жизнь слишком сложна в это время. Интересно, есть ли какой-нибудь способ есть десерты, чтобы не толстеть. Актриса, актриса. Так, Барт, пропей песенку.
Эх, когда артист встречает что-то прекрасное, они всегда хотят остановиться как только долго, чтобы максимально ясно запечатлеть этот момент. Это невероятное чувство хаоса внутри голов. Я думаю, эта способность находить самого себя в этом хаосе... Так что артисты, которые сражаются с их инстинктами, они будут впечатляющими. Ну, что-то такое, видимо, он рассказал. Так, Нина, а где Мона? Поговорим. О, ты спрашиваешь меня по поводу этого картинки? Это предсказание. Предсказание? Ну, я люблю предсказания. Сегодняшнее решение прийти в ресторан было тоже результатом моего предсказания. Впечатляюще. Но разве тебе нужно предсказание на что-то такое простое, как прийти в ресторан? Конечно. Воля богини, она везде, Роза, не смейся. Ха, думаю, я узнал тебя чуть получше. Интересно. Дерек. Пообщаемся. Завидующие мужчины любят ложь. Что-то ты там такое философское высказал. Странный черный котик. Ну-ка. Мяу, 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 мяу. Кто ты такой? Кто я такой? Да, действительно. Хорошо. Заброшенная. Здесь деньги есть? Деньги есть. 30 золотых. Вужу, ты все еще спишь здесь? Так солнечно. Покидать дом так утомительно. Охранник. Я поклялся в верности своему лорду. Так, пообщаемся. Лорд Брайан заботится о всех подданных. Он уважаемый человек. Замечательно. Иппа. У нас нет особо много продаж. О, девочка-эльфийка. Смотри, какие у нее ушки. И даже тут у нее ушки видны. Красивая. Так, торговля особо не идет. И Барт. Барт, ты преследуешь меня? Здравствуй, красивая девушка. Я рад, что мы встретились в этой пристани. Это мой первый раз в стране вулкана. Никогда не видел вулкан так близко раньше. Это невероятно. Я завидую тебе, что ты можешь каждый день видеть эту красоту каждый день. Нормально. Он сейл. Что там за распродажа такая? Так, во-первых, художничек. Яркая толпа делает меня очень мотивированным, чтобы рисовать. К несчастью, не всегда так торопится. Мне нужно научиться рисовать фигуры быстрее, если я хочу соответствовать им. Так, банкет там сходить. 20% скидка на мега харизма. Харизма плюс один. Харизма ценители плюс три. Стамина плюс 5. Вот это вот. Ну блин, конечно, скидки. Я не уверен, что у нас есть достаточно ткани сегодня. Так, поговорим. По-моему, я с тобой не говорил в прошлый раз. Это меня печалит. Шанс успеха там 7%. Это, конечно, да. Посмотреть за 200 золотых. Стамина, разум, харизма, рандомно плюс 1. Посмотреть игру, получаешь рандомный постер, плюс 1. Судьба рыцаря, настроение плюс 30, смотреть плюс 150. Да, денег, конечно, это требует. Ой, почему я когда пришел сюда и покупал меч, у тебя не было скидки? Почему она только сегодня? Почему об этом узнаю только сейчас? Давай мне свой посох. Да, хочу купить его. Отлично. 20 у воротика. Так, Мари. Пообщаемся.
Мне нравится смотреть, как люди приходят и уходят. Кто-то приносит сюда, кто-то приносит туда. Не очень понятно. Почистить за 85 золотых. Перфюм. Харизма плюс 2. Три раза-то поработать всего лишь и получишь вот такую, которая стоит 800 золотых на самом-то деле. По факту вот. Разум 10. Блин, ну тут, конечно, за стойко поработать больше денег можно получить. Но это нужен разум, а разума у меня нет. Так, о, тут точки золотые, надо их пособрать. Есть разница между сталью и железным мечом? Конечно, есть. Разные материалы, разные характеристики. Каждый должен использовать самое подходящее оружие. Это, конечно, замечательно. Так, 30 золотых. Цикада. Муху поймал. Этот... Кстати, тому, наверное, можно муху-то подарить. Наверняка это как подарок считается, да? Насекомое. Даже не сказано, что это подарок, не подарок. Ну, вот тут прямо как подарок или как готовка. У тебя уже 12, и ты все еще не друг мне. Хотя с тобой все равно нельзя... Ну, хотя вот можно там поухаживать за ним, но это... Идем на забытую. Так, Бенсон. Ты частенько сюда заходишь. Возможно, что-то тебя привлекает к этому месту? Да. Разные люди. Я пытаюсь общаться со всеми. Я всегда чувствую, что что-то привлекательное в этом лесу. Интересно, почему ты так себя чувствуешь? Может быть, из-за его внешности? Или что-то привлекает меня? Вот это меня привлекает. Но каждый раз, когда я прихожу сюда, у меня сильное желание нарисовать. Говоря о чем? Я приходила на Королевскую галерею. Ты такой великий художник. Но почему там нет картины леса? Я всегда вижу тебя здесь. Может быть, потому что я знаю, что моя кисточка еще не способна захватить очарование леса. Это всегда сложно для меня рисовать целую картину. Так, денег. 203, я прям банкротом стал. Как я буду учиться сейчас, на самом деле, это тоже вопрос. Сперва тебе нужно хорошенько понять, что ты делаешь. Впечатляющая доктрина, неправильно ли? Как говорится, я рада, что я могу поделиться с большим количеством людей. Так, к лорду зайдем. О, сидишь. Я не хочу работать сегодня. Блин, ленивая. Эх, лето ужасное время для работы. Роза репутация плюс 100, любимица плюс 15. Я немножко сонная. Ну, плюс 2. В смысле репутация. Так, купил шарфик. Плюс 150 денег. Отлично, вот это хотя бы 200 скидки, благодаря скидке, 150, уже 350 скидки купил шарфик. Это хорошо. Силы до десятки докачать и до 500-ки. Пригласить одного приключенца-партнера. И там, конечно, вот что-то прокачается. Не знаю что, но хочу. Возможно, я смогу тогда лошадь привлечь. Так, ладно, выходим. Идем на озеро. Забрать все. Семен 2, выросло 6. Ты фермерством занимаешься? Ты собрала много. Когда Роза выполняет действия на сцене, если там есть жители, которые достигли дружбы такого знакомого, они оценят поведение Розы. Если Роза делает что-то, что им нравится, это может увеличить их
уважаемость. А, Муна была, и ей типа понравилось, что я... Так, деньги. Еще один жук. Сушхакет. Он только что выскользнул из тренировочных земли. Его выгонят, когда он вернется. Так, поговорим с тобой. Ты разве не солдат? Я не видела, чтоб ты тренировался. У меня иногда тренируюсь. Но я не солдат со специфической организацией. Так что на меня не особо сильно давит. Ты, может быть, в это не веришь, но мой уровень в армии довольно высок. Серьезно? Ты такой мистический иногда. Подарок тебе. Хочешь насекомыша? По-любому тебе насекомыша понравится. Держи. Давай. Начнем со слабенькой. Цикада. Плюс один. Вау, я на самом деле получил подарок от девушки. Пустые поля. Так. Морковку, пожалуйста. Плюс 10%. Зачем 10%? Там я и так 45 плюс 15. Наверное, выращу и так. Ты приходишь на озеро, чтобы расслабиться? Тоже приходишь на озеро, чтобы расслабиться? Поговорим. Сцена на озере такая красивая. Я тут гораздо спокойнее себя чувствую. Я редко вижу тебя не в ресторане. В ресторане всегда так занято. Очень сложно найти время, чтобы расслабиться. Это потому, что твоя готовка привлекает так много покупателей. Спасибо тебе. Приятно слышать такие приятные комплименты от тебя. Так, готовить. Ну, конечно же, можно готовить. Настроение плюс 10 из морковки, а тут очки действия. Мясо, цветочки. Вот тут вот какие-то вино там разное варить. Один-один. Ну, хотя тут три. Какой смысл тогда? Лучше просто две морковки сварить, чем одну такую. Золотая морковка. Разум плюс один. Блин, начинаю думать, что я зря Horse Milk-то не покупаю. Можно было разум просто прокачать. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Хорошо. Сделаем-ка. Да трешку делай, давай. Никогда не знаешь, когда мне пригодится. Так. Какой-то там прям очень крутой хлебушек запек. Действие и настроение плюс 5. Принять. О, я чувствую аромат от твоей готовки. Может быть, поделишься со мной? Она так хорошо пахнет. Блин, Мона. Не могу не от... Держи. Или вот... Держи вот action point. Вау, я люблю это. Ты такая милашка. Как там у нас уже с тобой? 15. Синенькие, зелененькие сердечки. Нужно достигнуть... Базилион. А, это Базилион, это тот. Нужно достигнуть друга, чтобы пригласить ее. Сколько же тут нужно индикатор? Неважно, надо качать силу. Плывем. Фух, я так устала. Плыви дальше. Плыви, не отвлекайся. Плывем. Теперь отдыхаем здесь. Ха-ха, ты здесь спишь здесь, я поймала тебя. Нет, за это она не повысила настроение со мной. Жаль, жаль. Так, я еды еще не поел. Плюс 5 действия. Идем на озеро обратно. Немножко кельпа. Блин, еще бы кельпа приготовить, чтобы приготовить при ней. И же она ценит, когда я готовлю. Надо это учитывать.
готовить не когда хочу, а когда есть смысл в этом. Тогда я-ка пойду домой. Эх, долгий сон. Дай-ка кое-что проверю. Сколько тут стоит урок 30 монет? Тут ничего не стоит. Книжка у меня просто есть. Эмоции. Это хорошо. То есть я смогу прокачать этот навык, базовое мечничество, за 4 раза и прочитать книжку. Этого будет, скажем так, достаточно. А на следующий день смогу ли я силы до 600 догнать? Сложный вопрос. В смысле, тут интеллект плюс один? Где я тут могу интеллект повышать? А, видимо... Нет требуемых лошадей. Скорость 50 км либо выше. Бадди. У меня там... Надо вот реально докачать вот навык, и тогда мне дадут лошадь. Уверен в этом процентов на 90. Так, озеро. Качаем силу на веслах. Плыви. Сходить в кости поиграть. В принципе, я уже лучше разбираюсь, но, конечно, это все еще на удачу. И денег-то на деньги нужны. Или просто съесть что-нибудь, хлебушек. И поплыть на веслах еще разок. Ладно. Пожалуй, поплыву на веслах еще раз. Плыви, плыви, плыви. Может, тут 500? А? Отлично, С плюсом. Акшн поинтов. Дополнительных 20 золотых после победы в кубике. Ха-ха. Прям такие соблазнительные. Я уже начинаю думать, а может быть, стоит вот это вкачать. Количество семечек увеличится на 1. Шанс алхимии увеличивается. Боевку, конечно, тоже качать, но пока буду мегаэнергетическим. Кстати, Мона, проконсультируй меня. Как босс, я частенько слышу мысли гостей. Это очень важно, чтобы они были счастливы во время еды. Персепшн, эмоции. Нина, проконсультируй меня. Можешь ли ты поверить, что картины могут так много эмоций вызывать? Вот я эмоции, конечно, да, вот с этого консультанства-то качаю. А вот что-нибудь еще... Не получается. Испытание, челлендж, подарок. Нина, сколько у тебя уже сердечек? 7 только. Хочешь цветочек? Нет. Хочешь картину? Не знаю. Может, она и хочет, но я не хочу ее отдавать, поэтому все грустно. Может, ты меня чем-нибудь проконсультируешь? Ха, ты спрашиваешь меня, как заниматься силовыми упражнениями? А почему бы просто не заняться этим? Как начать сделать несколько движений со мной? О, сила плюс 15. Вот кто меня может тренировать силами-то. Все, я все 3 потратил. Наверняка в прошлый раз я что-то пропустил. Одно action point. Съесть ли мне булку и сыграть в кубики? Да, съем булку и пойду играть в кубики. Ну, 60 так 60.
Вот мои 3 кубика. Принять. 4. У меня 4, у меня 3. А, видимо, кто первый играет. Хорошо, Роза играет первый. О, это хорошо, значит, если что будет наравне, я буду первым его бить. Угу. Кидаем кубики. 5. Отлично. На пятерочку. Нана. Кидаем кубики. Times remaining 1. Нифига, вот две стороны только простых, и они обе выкинулись простыми. Ну ладно. А вот нифига себе он там не бьет. Нифига, семерочку. Так, ну сейчас... сейчас будем думать, чем бы тебя припечатать таким жестким. Метеор. Это уже... можно просто вот это потом перекинуть. На пятерочку давай. На. А что, вместе так не работает? Надо по одному их кидать обязательно. Ну ладно, один так один. Амбрелла. Меч Амбрелла. Нана по голове. И, конечно же, тут не выпало уже. 3 урона. 3 урона. И защиты себе накопила, а? Жук. Хм. Цифровой кубик, конечно, да. Можно так вот на восьмерку ударить. То есть, либо я соглашаюсь, либо надеюсь, что выпадет еще один такой человечек в следующий раз, и я смогу ударить чем-то еще. А так, на шестерку. На шестерку тоже неплохо. Давай, бей. Кидаем кубики. Мусор. Кидаем кубики. Ну, хотя бы защиту поставлю. 14. 3 урона, нисколько, 3 защиты. Как-то он накидал мне. Хорошо. 2, 3. Боевые кубики. Либо блокировка. Ну, эта блокировка-то она и так может сработать. Все цифровые кубики тратить не стоит, наверное. А. Ладно. Бьем тебя трешечкой. О, 4 и 1. Идеально. Метеор. Семерку осталось. 6? Ты там... успокойся, мужик. 7-8. Что так страшно-то? Три урона нанести просто хаотическим посохом. Держи. Хм. Или защиты. Не, защита тут может и человечек выпасть, и я смогу все еще нанести ему урон. Давай. Либо просто защиты сейчас сделать и надеяться, что я переживу 9 урона. Кинем. Ну, не получилось, но зато хотя бы щит вышел. Так, бьет, но я выжил. Это хорошо. Все, умирай. Даже умирай вот как-нибудь по-жесткому, так, на шестерочку. Нана. Я выиграл игру. Черт, я ненавижу это. Ты играл хорошо. Роза выиграла 60 золотых. Ну, отыгрался. Отыгрался, как минимум. Я тут со всеми уже общался-то, а то мало ли. Да, наверное, общался со всеми.
кушать идем домой. Письмецов нету. Денег на карман давать пока не буду. Слишком у меня денег мало. Мирное настроение. План. И давай-ка прочитай вот эту штучку. Минус 120 золотых, минус 50 настроения. Давай. Плохо. Она была... Ну что, хорошо себя не чувствую. Аптен атрибут 0,5. Нормально. Вроде уже начинает хорошо чувствовать себя. А, какая-то история. Роза, сегодня я покажу тебе, как сделать меч. Первый шаг – это выбрать стали, которые соответствуют дизайну. Возьми щипчики, нагревай в плите, пока не получится золотой цвет. Вау, тут так жарко возле плиты. Отойди подальше, здесь опасно. Теперь, раз уж оно раскалилось, вытаскивай сталь, положи ее на наковальню и используй молот, чтобы придать ей форму меча. Эти шаги необходимы, чтобы обе стороны стального слитка были равно утончены. Следующий шаг – это начать отрезать диагонально молотом. Тебе нужно заточить лезвие меча. Это шаг тест опыта кузнеца. Бьешь по одной стороне, потом по другой, пока не закончишь. После того, как получится форма меча, его нужно обратно в жар положить. После этого сталь оставляется на охлаждение при комнатной температуре, пока красный цвет стали полностью не уйдет. Потом обратно в печку и несколько раз так повторяешь. Ну что ж, мисс, это все на сегодня. В следующий раз будет более деликатная работа. Я не хочу, чтобы закончилось за одну... Вау, действительно выглядит, как будто бы кусок стали принял форму меча так быстро. Да, сталь очень подвижна и изменяется, так же, как и люди. Жесткие вещи можно изменить на определенной температуре. Не то, как люди. Это очень философски. Стамина плюс один. Я использую эту силу для тех, кого я люблю. Сила плюс 4. С харизмой плюс 1 прочитал книжечку. Было бы так здорово, если бы я могла оставаться дома весь день и читать, вместо того, чтобы идти в школу. Я просто шучу. Так. Эмоции плюс 1. Хорошо. А там говорили 12, по-моему, мне обещали. Ну ладно. Так, колледж Святой Эльмы организовал активность для желающих. В этом году активность была посвящена помощи детям. Активности считаются важной частью морального развития рыцарей, и поэтому они традиционные для нашего колледжа. Это первый раз... наши новые студенты принимают участие в этой активности. И они, наверное, не особо знакомы с действием волонтеров. Но есть достаточное количество старших студентов, которые возвращались в школу, чтобы поучаствовать в этой волонтерской работе. Ух, волонтеры, это молодцы. Вы можете работать вместе с ними. Но, похоже, они прям все связаны. Поработать с Хакетом, поработать с Лоном, Крайгом. С Хакетом поработаем. Потому что он Хакет. Не переживай, просто ставь все на меня. Тьма минус 5. Успешная волонтерская деятельность. У меня тьмы, по идее, не было, поэтому
средненькая, average. А чё средненько-то? У меня нету времени оставаться на одном месте. Сохраниться. Ну, думаю, на этом мы и закончим эту серию. Если вам понравилось, пишите лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующей серии. Надеюсь, завтра увидимся. А на этом я прощаюсь. Всем спасибо, всем пока.